Приняли решение, что на неделю как минимум откладываем 7-й и 9-й маршрут и на неизвестный период времени откладываем 8-й маршрут. Но в связи с тем, что выходные дни у нас были без дождливой погоды, уже сейчас можно сказать точно, и постановление уже подписано, 7-й и 9-й маршрут начинает двигаться с 8 мая, то есть в эти выходные дни до конца сентября будут обеспечены полностью движение по этим двум маршрутам. Что касается автобусного маршрута номер 8, мы с вчерашнего числа уже начали выполнять подсыпку проблемных участков, но, по крайней мере, сейчас не можем провести грейдирование, потому что некоторые участки находятся в плачевном состоянии, в том плане, что там еще до сих пор не сошла вода. Соответственно, ближайшие два дня у нас, если дождя не будет, соответственно, мы до конца недели приводим маршрут номер 8 в нормальное состояние, и уже в следующей неделе 8-й маршрут, это маршрут на Горсады, тоже начнет функционировать.